Приветствую всех на моем канале. Сегодня я вам хочу показать, какую белорусскую косметику я купила в России. Мне она очень нравится. И будучи в России, я хотела пополнить свой запас, потому что у меня уже она почти что закончилась. Вот что такого интересного я купила. Значит, вот это вот такой лифтинг-крем ночной для лица и шеи с гиалуроновой кислотой. Разглаживание и восстановление. Вся эта косметика — это фирмы Белита, 145 рублей. Цена, конечно, приятно удивляет. Потом вот такой вот комплекс крем для лица ночной и такая сыворотка. Цена 195 рублей. Тоже вообще все цены на белорусскую косметику приятно удивляют. Вот эта сыворотка стоит с пептидами 290 рублей. Еще второй комплекс, вот этот вот такой вот био с черной икрой, крем-лифтинг дневной, увлажняющий. Вот этот вот крем стоит 325 рублей. Гель для век, он стоит 105 рублей. Здесь он маленький, 20 грамм. Искала энзиматический пилинг, но его нигде нету. Ни московских производителей, ни российских производителей, ни белорусских. Вот, купила вот такой пилинг. Маска-пилинг на термальной воде. Стоит она 85 рублей. Тоже приятно удивлена. Оливковый крем для рук. Тоже он хорошо впитывается, быстро. Не оставляет никакой жирной пленки. Это тоже мне нравится. Конечно, не удержалась и не могла не купить белорусского текстиля. Вот это вот у меня такая простынка льняная. Вот она вот такого цвета, красивого. Это размер 2,20 на 1,60 м, по-моему, так. Вот такая простыночка. Цена ее, по-моему, 900 рублей или 950. Я, честно говоря, уже не помню, потому что для меня вот сразу после евро на рубли и со скачком этим... Что я еще купила? Вот я купила такой рушник. Вот такой рушник. Хлопок 28% и 72% лен. Вот он вот такой красивый. Он большой. Размер 50 на 150. Оршанский завод, льнокомбинат. Ну, такой он красивый. Вот такой вот этот вот рушник. Его можно и на стол. Его можно разрезать, будет два полотенца. Еще купила вот такой, такая салфетка. Тоже Оршанский льнокомбинат. Здесь лен, 100% лен. И размер ее 80 на 80. Это тоже такая красивая салфеточка. Ее тоже можно и на журнальный столик. Вот она вот такая. Это она такая красивая. Были там и такие скатерти огромные. Тоже такие, такого цвета. Вот еще полотенце. От полотенец как же удержаться. 50 на 70. Лен 100%. Цвет мне, конечно, очень понравился. Вот такой вот цвет. Такого вот полотенечка. Супер. Полотенце такое нежно-нежно зелененького такого цвета. Тоже лен. Хлопок. Лен 53, хлопок 47. И вот такое еще полотенечко по теме кухни. Кофе. Тоже хорошенькое. Хочу сказать, что цены на полотенце — это 100-150 рублей. Ну, если переводить на евро по такому щадящему курсу, то это где-то будет 3 евро. В Греции, конечно, за 3 евро льняное полотенце не купишь. Мне они очень нравятся, они вот приятные. Но всегда лен, это все натурально, не то, что какое-то другое. Это не покупка, это презент для нас. Оказывается, в Белоруссии есть шоколадная фабрика «Спартак» с древними традициями. Она вот с 24 года, основана в 24 году. И вот такой вот килограмм шоколада – это для души.
для души, потому что шоколад я очень люблю. Он такой, он красивый, видите, прям не пластиковый, а настоящий сургуч. И это целый килограмм. Девочки, представляете, килограмм шоколада в одном бруске. Это что-то невероятное. Ой, он такой тяжелый, мне кажется, что он вообще весит больше, чем килограмм. Вот. На английском языке и на русском. Шоколад Спартак горький. Какао тертое, сахарная пудра, какао-масло, эмульгатор лецитиновый, ароматизатор натуральный. Может содержать следы орехов, арахиса и так далее. Но, ну вот это вот 1 килограмм номинальная масса, это очень-очень приятно. Вот это вот еще такой шоколад мы получили в подарок. Так что вот все наши покупки белорусских товаров. Всем пока-пока и до встречи!